такое было. А вы как делать? Да мы, слава Богу, тоже. Я аллилуйя пел Господу. За дождик его. А мы уже все промокли? Да, конечно, промокли. Как не промокли? Вот сегодня 23 июня 2016 года. Лагерь Стан, детский православный. Вот ребята ходили пасти коров. Мальчики, девочки. И промокли. Подпали под грозу. Вон она. Зашел проверять их, а они как суслики из норы. Вот мы суслика выливали, ведро туда выливаешь и вытаскиваешь. Ведро открыто было, смотри, что у них. Это, ну, чтобы не капнуло воды там где. Ну, в общем, все нормальные. А я говорю, мы раньше как делали, когда пасли? Как только дождь, мы одежду снимаем и под себя. А дождь пройдет, сухое наденем. А Тимофей говорит, я там в ролике слышал, рассказывали. А это что там за машина? Не знаю. Это что же такое? Это не машина, это корова, наверное. Нет, это Нива. А? Нива. Нива на той стороне? Да. А как же она попала туда? Это вопрос. А вон там корова, да, стоят. Коровы, овечки. Это наши. Ну да, это, я думаю, что Игорь Воробаш это. Поехал. А покуда же он проехал? Нет, он, наверное, перед первым мостиком стоит. Или нет? Перед первым, не знаю. Ну, такое впечатление, да. Так я это, ребята, спрошу. Они на Кирем и Барабаш приехали, он же тоже промок. Наверное. Так вы потом проситься-то еще будете просить? Да. Или никогда пасти не пойдете? Пойдем. Пойдут. Ну, а вот так и надо. Когда дождь-то начался, я думал, в дождь-то не выйдешь. А я до дождя думал, дождусь тебя, и мы пойдем там на месте, я проведу большую беседу с ними. Сорвалось. Не по-нашему вышло. А как дождь-то пошел, а я в окно смотрю, там с крыши там полощет просто. Но это уже как грозовое. Я да. Боялся, что аппаратура повредит. Гром был. Ну, выключать не то, не все. Я ничего не знаю, я нигде ничего не качаю, по скайпу не разговариваю. А то, что я захожу, это тоже считается. Хватит у меня денег, не хватит. Надо как-то поставить так, чтобы я мог видеть хотя бы, вошел я в норму или нет. Потому что я захожу туда только-только посмотреть. Ну что, вот этот самый вопрос и стоит. Что там делать? Как нам пройти? Вот у меня... Теперь как? Нигде отходов нету, кирпичей там, обломков. Решил так, дерево туда накладывать, как вот танки перевозили в Беларуси, я считал. Меня это привлекает. И в несколько рядов накатать, как накат. А потом сверху засаманить все это дело-то и арматурой прибить к земле. Арматурой глубоко забить. Ну и потом сверху вместе их соединить. Главное, чтобы весной эти бревна не увезло. А когда мы тут пройдем, тракторы их вдавят. А они, если будут связаны заранее, то нижние вдавленные в землю, они будут держать верхние. Надо только хорошо продумать, как это делать. Как сделать. А они там гнить-то не будут? Будут, конечно. Но они будут в воде, а которые все время в воде, они гниют плохо. Вот самый переходной момент, где воздух и вода, вот в колодце везде, тут они гниют. Вот я, видишь, сегодня не так получилось. Но теперь, как время свободное будет, вам идти надо там, которые напилили, мы пилить-то что теперь? Не знаю, если у них такой пилы нет, так все дело пропадет. Но мы там еще не закончили. Не закончили? Нет. Тут я гляжу, там героически вел себя, на это отпилил-то, я не ожидал даже, ну. Что ножовкой. А и когда вы пошли, еще ты не зашел, я ножовку положил на крыльцо, пилу не нужно было? Да мы как-то обошлись, я не знаю. Ну смотри, я на крыльцо все выложил, вышел, мокрое, все лежит. Это обязательно надо. Больше никак не знаю, переехать. Когда тут переедем, там-то проще будет. Тогда мы сами начнем завозить материалы. То есть в планах пока ничего не меняется. Даже этот пруд без углубления в воде, а по краям, это можно пройти. Ну что сделаешь? Погода, видишь, какая пошла. Это ветки наломала сверху опять. Гляди.
на крышу. Ты там уж выбери время утром, сделай сам. Он не сделает, Виталий. Он там шаперится, как называют у нас, то есть шарашится. И он неаккуратный, неловкий. А ты меньше весишь. Ты знаешь, где у меня гнездо? Где не, у меня? Нет. Ну куда она сейчас полетит, там и гнездо. Надо караулить ее. Слышь, она уже набрала в клюв. Трясогузка. Она живет здесь. У нее в клюве еще нету? Нету. Ну, значит, надо укараулить ее, когда она пойдет туда. Ладно, пойду к Никите. Ну вот она наверх поднялась. А? Она на крышу поднялась тут. Где, здесь ты был? Вот сюда она поднялась сейчас. Ну а поднялась наверх, это она нет. А мне где-то такое, что она должна вот так вот под крышу залазить. Ну вот она... Длинный хвост, чтобы помещался. Она где-то, если скворечная, то только боком, что она с торца заходит. Иначе ей не повернуться. Ну вот она сразу спорхнула и исчезла. Ну спорхнула-то она пошла искать червяков. Тут где-то у нее. Вот такое вот место, вон оно. Вот это она может вот туда залететь и там поворачиваться. Mm-hmm. Ну надо укараулить. Узнать. А то у нас наклоненная, так не упадет она. По-моему, на кирпичах стоит. Да? Наверное. А там на том конце не без кирпичей. Нет, там есть тоже. Тоже есть? Тоже есть. Ну, никуда она не денется. Так и будет. Пизанская башня больше наклонилась. Вообще тут надо, чтобы обходили, они не ходили здесь. Они любят заходить в лужу и растирать ногами. Угу. Вот так.